Инспирации много. Вот видите, как такой хорошей энергии здесь, инспирация, все. Так приятно. Да, я очень рад и вот передам слово. Вот. Ольга, Юрий, говори. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы очень рады вас видеть опять в этом замечательном доме, где мы уже 3 года делаем выставки благодаря Тауну Кангру. Спасибо им огромное. И, конечно же, Тауну работы все видели вы. Мы всегда их показываем, и всегда я всех вожу по студии, и мы заходим и даже в мастерскую, и везде. Это есть мастерская. Поэтому там, где работа непосредственно, бывает. И я хотела сказать, что у нас сегодня выставка, которую мы очень ждали, и, наверное, полгода мы ждали эту выставку, и уже, чем я поставила первые фотографии, было столько отзывов, потому что Юру очень любят, его очень знают. И даже было написано, что 70 оттенков синего цвета у него здесь. Вот я даже тоже в синий оделась. Вот видите, сколько оттенков синего сегодня, да. Так что спасибо Юрию. И прежде всего, конечно, хочу сказать чувство благодарности выразить организатору этой выставки Ольге Дубаскине, она и куратор этой выставки. И, конечно, хозяину этой галереи, Тауна Кангру, с которым у нас, кстати, была уже не одна выставка совместная. И поэтому, когда здесь эти работы я готовил, у меня не было никаких сомнений в том, что они войдут в диссонанс с его скульптурой, потому что мы уже проходили это, я знал, что это все будет очень органично. Должно было, по крайней мере, быть. Но я так думаю, что, в принципе, так оно и случилось. Что хочу сказать по поводу этой выставки. Дело в том, что, да, как вы уже заметили, что это travel painting, то есть заметки пейзаж путешественника картины. А здесь они сделаны фактически из последних путешествий этого года. То есть здесь путешествия очень быстрые. Мы делали в этот год 4 путешествия уже за полгода, вернее. Которые. И вот они сейчас здесь на сцене. То есть этот формат был очень такой, очень мощный, и импульс такой был скорометный, и мы старались, я почему говорю, потому что здесь еще присутствует моя муза, которая была спутницей на путешествии, которая избавится от ощущения того, что вдохновение мне не могло пропасть, потому что оно как бы меня пинком под зад, и тогда это вдохновение всегда очень работает. Вот. Да, музы вдохновляют по-разному. Поэтому на этих стенах как раз все эти путешествия. Я еще брал с собой еще третий, был спутник у меня, это этюдник, который я брал в рюкзак. Летали мы, как правило, всегда тогда, когда мы не брали с собой багаж, мы брали ручные платья. И темы, которые здесь были, в основном это носки и улицы тех городов, где я бывал. Что сюда входит? Изначально, конечно, это Мальта, самое первое, это февральское путешествие было, потом Португалия, это март месяц был, Стокгольм, это было буквально недавно, 15 мая, уже кажется давно. Но самое главное, что какой момент, еще до того, когда у меня была Мальта, я подумал о том, что как-то это все интересно, и мне показалось, что это может продолжаться и дальше. Я знал, что уже буду брать с собой этюдник, путешествия, которые у нас были запрограммированы. И я позвонил Оле и сказал, что Оля, мы с тобой очень много работаем. Как ты смотришь на то, чтобы сделать вот такую позитивную выставку? Я знаю, что ты любишь позитивную. Не знаю. Если, конечно, они будут очень из позитивных. Ты знаешь, сейчас такое время. Сейчас обязательно нужен позитив. Ты же понимаешь. Короче, Оля приехала ко мне в студию посмотреть мою работу. Она все-таки как куратор должна была смотреть, что она будет выставлять. Она приехала ко мне в студию. И мы вместе смотрели эти работы, действительно настроение, которое мы с Олей хотели все-таки поймать, чтобы Оля передалась, мне очень приятно было. Она сказала, да, они очень хорошие. Поэтому я так и рассказала. Вот, поэтому, если у вас тоже какое-то настроение, которое мы испытали, я буду очень счастлив. Спасибо. Здесь очень здорово, что столько людей пришло.
Скажу честно, я с творчеством Юрия знаком не так хорошо, и поэтому сегодня буду исправлять эту, так сказать, досадную оплошность. Но уже пока стоял, посмотрел, действительно, очень своеобразный стиль, очень здорово. И мне кажется, нужно продолжать в том же духе. Еще много стран в мире не обижены, соответственно. Нужно идти дальше. Мне кажется, вы совмещаете приятное с полезным. И Ольга, конечно, огромное спасибо за очередную выставку, потому что без вас у нас вообще бы все было, конечно, совсем иначе и совсем не так хорошо. Да. Поэтому то, что хочется больше позитива, это совершенно правильно, потому что у нас сейчас жизнь такая, что как-то негатива в ней и так чересчур много. Такие события, они на самом деле дарят нам действительно частичку радости и становится уже не так грустно, когда читаешь новости и смотришь на тем, что вообще вокруг нас происходит. Кстати, раз погода, у вас очень хорошая погода, так что я думаю, это тоже знак, своего рода знак того, что все у нас хорошо. Здесь даже ощущается субтропический воздух.